5 и не 3 звонить, будьте добры, документы на машину или искусство. Какое мероприятие не производите, будьте добры, документы на машину или искусство. Друзья, всем привет и доброй ночи. Здравствуйте! Инспектор дорожно-патрульной службы МОП. Здравствуйте, операция не производится. Мы приветствуем. Инспектор дорожно-патрульной службы МОП. Предприятие не производится, проводится. Спит. Возьми твой мне рот закрой, то есть ты понимаешь? Я вот стоящая бабишка, да? И ты свой закрой, закрой, да? Парам, я говорю, рот закрою, то это где это? Услуги прям на въезде. Да? Давай, а мне так хочется. Комсонок, за свои. Да, больно сгоришь мне, да? Да я снимать. Я вас позор, я сам посреди дороги. А больно же бывает. Так что снимаю. Я не приеду, я никто не приедет, я тебе говорю. Иди сюда. Будь за это, говорю. Лина, отойди, пожалуйста. Я не уйду. Лина, у нас же тоже есть дела. Отойди, пожалуйста. Что, сошла с ума, что ли? Нет. Отойди, пожалуйста, Лина, с дороги. Видите, ваша Лена какая тут буяная. А? Присутствует. Лена, сейчас, когда мы уедем. Будет? По дороге отойдите. А почему нет, ё? Не, вот то, что вы сделали, не надо так пальцы ломать, да? Я пальцы никому не ломал. Да? Еще, это ваша сам... проблема, блядь. Наша проблема. Да? Я на тебя напал, у меня там извини, дорогой. Ты старый пи***, а? Слышите, да? Ты давно я работаешь, пи***. Я вообще не могу понять. Ну, еще в отдел поедем. Какая нам разница? Поедем, блядь. Можно прикурить, пожалуйста, пи***? Не курю и не тянь. Не курю и не тянь. Не надо, правильно. Да не снимай ты уже. Да убери себе камеру. Не убрать. Да так, она блядь, не выключается. Мы ехали с бара. Ну. Ты хочешь сказать? Попались. Ну убери ты. Блин, так, блядь, а... больно же тоже. А где скорая помощь, пальцы? А вы успокойся, дверь. Ну, какой хозяин машины спит? Я вообще причем. Так а тот что сел за руль? Да надо, блядь, там, опять, там будет опять железо. У тебя и мужики есть, козлы, хоть премию выпишу, блядь. Когда вы, 10 ноября,
День милиции с тобой, да? А куда вы ехали вообще? Куда и сюда ехали. Разгаишься, не как всегда. Я ж тебе сказал, у тебя есть шанс дома ночевать. Где дома у тебя? Услуга. Ну прям на. Так а куда вы ехали? Наехали. Туда, брат. Куда ехать? Только давай там. Трезвый водитель у нас проводится операция. Понял, как самочувствие? Хорошо. Отлично. Сейчас. 25 июня в 2:20 управлял транспортным средством с признаками опьянения. Это тоже еще доказано. Это не доказано, это признак. Признаки, но все равно не доказано. Это ты имеешь признаки опьянения, запуск алкоголя у тебя. Вот на основании этих признаков я отстраняю тебя от управления. Я тут думал. Что ты пырил этот поезд? Вы кому это сказали? Кому? А это... Они послушают, кому сказали. О, вот, я спать положу, потому что я это в отдел. Пройти медицинское свидетельство не в больнице, пройти медицинское свидетельство на месте, либо вы отказываетесь от прохождения медицинского свидетельства. Громко, пожалуйста, назовите, что мы будем делать с вами. Я отказываюсь. Так, Максим, поскольку вы отказываюсь... Вы слышали, здесь... да? Да, слышал. Да? Отказываюсь, вот здесь вот рост есть. Вот здесь вот то, что твое дело в суде будет рассмотрено. Ну, с протоколом согласен. Сидели дома. Да вот здесь вот буквально. Давай только не меня. А кого? Всех. Всех, кто вот попадается, так. Да. Ах всех. Ты, блин. Признаюсь. Проходите, проходите, молодой человек. Да. Че, приехал, хо, в гости, на тебе. Бам-бам. А что Димка Сапожников сделал? Вот девятиклассники, да? Видео, да, сейчас идет? Так не можно ее не снимать, пожалуйста? Ну, вы не подходите, не буду. Иван, можно на минутку? И сегодня у нас в программе Гаврила показывают. Говорим показывают. Гаврила! Куземкина угорает! Мы с Димоном угораем, короче, сегодня. О, так это звезда! Как тут получилось, что вас полицейские остановили? И что произошло? Как вы себе? Произошло чисто семейное, скажем так, конфликт. Вынужден был. Сесть за руль, да? Сесть за руль, 150 метров нужно было проехать, перегнать машину. Угу. Виноват, и все. Понятно. Полиция тут ни при чем. Угу. Вина на мне. Что еще сказать? Ну, вы против того, чтобы... оправдание сказать нечего. Понятно. Но вы против все-таки, чтобы люди садились за руль пьяными? Однозначно. Угу. Какой нормальный, адекватный человек скажет, что можно выпившим сесть за руль? Угу. Понятно. Просто обстоятельства, момент. 150 метров мне нужно было, 170 метров проехать, переиграть машину. И все. Извините меня. Хорошо, спасибо. Это тоже мне. Да, спасибо. Здравствуйте, дорожно-патрульная служба. Я повернул, доношу, вижу парень.
разумеется. Какие у вас удостоверения стоят? И мне не забывайте, что делать? Ну, только что это все. Главное, что я только подходил. Все приезжие. С этим делом все в порядке, что ли?